Ну как, похудеть, ну. Так, значит, что вам даю? 50 рублей, так, сейчас. 50 рублей. Вроде не валяется, как говорят. Значит, он будет сегодняшнего дня, да? Я покупаю на 5 дней вперед, даже не важно. Потому что так люди не понимают. Чтобы мы тебе, говорится, не в карте счастья, а в количестве мозгов. Да, да. Вот так. Так, окей. И главное, чек на сетевой можно поменять, правильно? Все, нет проблем. Я специально приехал поближе к центральному округу. Думаю, здесь больше порядка, на самом деле. Вот знаете, такой район еще Кузнецкий, он обособлен вообще от государства. У них государство, государство. Я вам доверяю. Вот у вас 50 рублей карта. Угу. Все, прекрасно. Все. Вы правы, я не права. Потому что я это самое. Что-то быстро, у меня обрисы на канал. Значит, я вспомнил, действительно, вот так строю, как все. Нет проблем. Куда поедешь? Ну да. А, ну это может не возвращать. Я тоже покупал просто раньше, понимаете, да? Вот, ну это не важно. Огромное спасибо, ваш сэр.